23 октября в Каспийске прошли рейдовые мероприятия по дворовым и общественным территориям, по замене коммуникаций, водопроводных, канализационных, электро- и теплосетей. Отметим, что состоялась проверка в рамках проекта формирования комфортной городской среды на 2025 год. Сегодня с комиссией проводим обход этих дворов и общественных территорий, чтобы определить, какие работы нам предстоят до того, как провести благоустройство дворов и общественной территории на 2025 год. У нас на следующий год пока по предварительному списку запланировано 5 дворовых территорий и по рейтингу, который прошли, 3 общественных территории. Прошли рейдовые мероприятия по следующим адресам: Байрамова, Халилова, Ленина, Гамзата Цадасы, сквер по улице Батманова и сквер у Стеллы по улице Ильяшенко. Проверили общественные и дворовые территории сотрудники водоканала, теплосетей, МБУ «Зеленый город», «Каспийсгазсервис» и другие. Мы отдельным поручением представим им схемы, и они нам дадут списки, какие мероприятия необходимо провести по линии электроснабжения. Работы планируются, конечно, в 2025 году. Это пока предварительный обход для того, чтобы определить те работы, которые необходимо провести в рамках этой программы. Напомним, что в текущем году по данной программе в Каспийске были благоустроены 5 дворовых и 5 общественных территорий.